Приложение Maker позволяет за считанные минуты при помощи iPad создать готовую визитку, открытку, карточку, этикетку или даже ресторанное меню. Все благодаря огромному количеству доступных шаблонов, разделенных по 6 основным категориям. Все, что нужно для начала работы, это выбрать готовый шаблон, а затем определиться с размером будущей карточки или листа. Затем в так называемой мастерской происходит уже непосредственное редактирование, в процессе которого можно изменять цвета и оттенки, добавлять текст и множество других элементов для превращения просто интересного шаблона в уникальную дизайнерскую работу. Готовый материал можно сохранить, чтобы потом заказать распечатку на сайте разработчика и получить готовый отпечатанный материал через некоторое время по почте. Либо можно приобрести возможности сохранения заготовок в формате PDF, чтобы распечатывать их самостоятельно. Подробнее о приложении Maker читайте в обзоре на сайте iphones.ru.